знаки. Звуки, знаки, звуки, знаки, звуки, знаки, звуки, знаки, звуки, знаки, звуки, знаки, звуки, знаки. Звуки. Знаки. Звуки. Знаки. Инклюзивная студия «Звуки, знаки». Что? Вот. Слово не стрела, а ранит. Я не понимаю. Про это есть интересная история. Расскажи. Жил-был мальчик. Он был очень грубый, несдержанный. Если ему что-то не нравилось, он кричал, ругался обидными словами. Надоели! Ты глупый, а ты некрасивая! Не хочу тебя видеть! Уходи! Подарки мне не нравятся. Пойдем кушать вкусности. Что случилось? Да, ай! Извините. Ты должен сдерживать свой гнев. Я не могу. Каждый раз, когда ты не сможешь сдержаться, забивай гвоздь в эту доску. Очень трудно. Сдерживать свой гнев легче, чем забивать гвоздь. Да. Это научит тебя владеть собой. Наконец наступил тот день, когда мальчик не забил ни одного гвоздя. Мне больше не нужны гвозди. Ты перестал ругаться обидными словами? Угу. Хорошо. А теперь нужно извиниться перед теми, кого ты обидел. Каждый раз, когда ты извинишься, вынимай один гвоздь.
Наступил день, когда мальчик вытащил все гвозди. Я перед всеми извинился. Видишь эти дыры? Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется. Такой смысл этой поговорки. Понял? Да. Нельзя обижать даже словом. Правильно.